бабушка. Мама, бабушка, привет. Иди сюда. Эти приветы передают дети из ульяновского лагеря «Смарт» своим родственникам из Лутугина. Тут они оздоравливаются, набираются сил, учатся работать в команде и узнают много нового. Игр на сплочение больше всего. Умение работать сообща – один из важнейших навыков в трудных жизненных ситуациях. Особое внимание уделяют и психологическим играм. Для этих ребят у нас разработаны были специальные программы. Да, то есть были взяты все лучшее из тех программ тематических, которые они уже реализовали. Были в течение летнего периода, но обязательно добавлены именно материалом об истории нашего края, знакомство с нашим городом. То есть во всех сменах запланированы не менее 2-3 экскурсий с выездом непосредственно в город Ульяновск. Для детей приготовили 21 день насыщенной программы. Пока погода позволяет, ребята по максимуму проводят время на свежем воздухе. Активные и спортивные игры, прогулки и лесной воздух способствуют хорошему аппетиту и сну. Дети прекрасно спят, полноценно едят и активно просят добавки. То, соответственно, мы в программу внесли изменения, коррективы, добавили туда больше психологических моментов, больше на командное образование. Вот как раз-таки, чтобы их сплотить, чтобы их раскрыть и вечерними мероприятия с ними готовим немножечко по-другому, вот, потому что не каждый из них там и на сцене может выступить, и микрофон поговорить. То есть вот проходят у нас различные такие вот занятия, чтобы они раскрывались здесь и чувствовали себя комфортно. Занятия с детьми проводят и по английскому языку, но это уже по желанию. Ребятам рассказывают о культуре зарубежных стран, их костюмах, еде и достопримечательностях. На вечерних мероприятиях танцевальные и песенные конкурсы, а также дискотека и костер. В общем, вся лагерная романтика. Но самое главное – дети довольны. Ну, дорога была очень такая муторная, скучная. Ну, все устали, естественно же. Когда приехали в лагерь, ну, все поправилось абсолютно. Весело очень, соседи хорошие. Вожатые очень добрые люди, с пониманием к нам относятся. Дискотека была очень крутая. Нравится, наверное, то, что тут есть тимбилдинги. Это вот играть, ходить, вообще играем в разные игры. Волейбол, футбол, без разницы. Это все делается коллективно, командно. Всего в оздоровительных лагерях Ульяновской области отдыхают 550 детей с подшефного Лутугинского района Луганской Народной Республики. На территории региона они проведут почти весь сентябрь и вернутся домой к началу октября. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.